Для поколения 60-х, 70-х, 80-х годов Петр Евсеевич был человеком, глазами которого мир узнавал о жизни и событиях в Сибири и крае. Участник Великой Отечественной войны, он объездил с кинокамерой самые удаленные уголки, снял километры кинопленки, более 160 сюжетов. Почтить память земляка пришли сегодня близкие и родные, люди, хорошо знавшие Шулика, его коллеги. Все отмечали, что это был замечательный человек, настоящий профессионал своего дела. Вообще, потеря, конечно, большая для края с его уходом. И то, что сегодня мы увековечили память о нем доской, ну, это огромное спасибо его семье, его жене, нам всем, наверное, поскольку мы его любим и помним, и будем помнить всегда. И сейчас редкие кадры Шулика не потеряли своей актуальности. На примерах работ знаменитого оператора должно учиться и нынешнее поколение телевизионщиков, считают те, кто лично был знаком с кинооператором. У многих сейчас вот телевизионных операторов нет школы. Кинооператор должен владеть композицией, он должен уметь работать со светом. А это определенная школа. Такую школу дает, конечно, Институт кинематографии. Евгений Ещенко, Николай Шилко. Наши новости.